Всем привет, Blender 2.91, и давайте так поприкалываемся именно с частицами, добавим этих комарей вот на персонаж летающих. Так, камеру и свет пока можно отключить. Так, план тоже можно отключить. Свет отключаем. Добавляем Shift A, добавим Mesh, добавим так икосферу, сделаем ее S поменьше и подставим где-нибудь, ну пока вот сюда вот кверху подведем. Теперь импортируем сюда импорт именно комара. Из прошлого ролика это FBX формат. Вот такой вот комар. S уменьшаем его и отводим куда-нибудь в бок. Так, ну пока вот здесь вот. Теперь выбираем сферу и настроим в модификаторах именно Particle System частицы. Переключимся на частицы и будем сейчас их настраивать. Так, что у нас тут получается? Вверху number поставим 50, сид поставим 10, значит старт поставим минус 219, здесь поставим end 219, ну а здесь вот lift time поставим 500. Дальше заходим в рендер, находим за место хала, ставим Object и пипеткой наводим вот на этого персонажа, на комара. Так, следом, что нам нужно подстроить, это физика. На физике поставим, значит, Physics Tape, поставим Boils, это значит, как это, типа стая или... Переводить, короче, на, сейчас вспомню, так, 0.03, Enter поставим, смотрим, что да как. Так, жука надо теперь по прошлым роликам, как я делал мультфильм, увести в бок. Давайте сделаем, выберем косточки через Shift, найдем Object, найдем Apply и найдем Animated Transform to детали. Теперь, значит, мы его можем увести. Где-то S уменьшить. S английское уменьшаем. Уводим его куда-нибудь в бок. И вот вы видите, что наши вот эти частицы стали маленькими. Да? Это не есть хорошо. Сейчас мы это все пока прибавим. Выберем вот этих гавриков летающих. И найдем, где у нас здесь находится Scale. И Scale поставим их побольше вот так. Теперь этого персонажа можно S уменьшить. И они будут именно нормального размера. Так, вот таким вот образом. Выбираем опять гавриков. Ставим не 10, а давайте... Чуть-чуть их побольше поставим. Или лучше на 10. Чтобы красиво так было. Что они делают? Так, вот они возле сферы крутятся. Выбираем их. Заходим. Находим вот этот вот Boiled. Boiled Brain. Добавляем Avoid Collision. Это значит столкновение. И вот это Follow Liner. Добавляем Shift A. Значит, добавляем Force Field Force. Отводим ее ну, куда-нибудь в бок. Выбираем опять этих живчиков, гавриков. Находим Follow Ladder. Вот этот Ladder. И ставим пипетку. И можно нажать вот на этот Force. Line ставим. Теперь находим Separate, находим Movement. Так, что здесь можно прибавить?
сид немножко прибавляем. Air seat, speed, скорость полета. Так, вот такая штукенка. Немножко, значит, уменьшим. Здесь расстояние между ними немножко добавим или уменьшим. Так, это тоже спид, скорость. Значит, ищем другую штукенцию. Avolt 500, фрузи чуть-чуть уменьшаем. Ну вот, так будет получше. Ставим Builds. Что тут еще можно поставить? Style, Scale. Так, так, так. И на вот эту вот, как ее, флур, вот этот вкус. Надо ее тоже поднастроить. Поставим Force Stretch. Ставим минус 5. Вот они теперь летят к ней. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот теперь можно в процессе анимации подводить к нашему персонажу и как-то тут типа вокруг него мухи эти вьются. Но они слишком большие. Давайте их немножко поуменьшим. Опять находим частицы и находим, так, значит, так, размер. Это значит размер у нас в рендере. Мы их немножко уменьшаем. Во. Типа он наступил в какую-то каку и, или грязный. Вокруг него вьются вот эти вот комары. Если мы сейчас приблизим и посмотрим на самих комаров, то они просто летают, махают крыльями. Но у нас вот этот вот комар с анимацией. Что можно сделать? Так, попробуем зайти по прошлым роликам, опять же, в анимацию. Ну и лайнер, вот этот animation. Что тут у нас происходит? Включаем его. Он у нас установлен на 20 кадров, а нам надо 219. Открываем N боковую панель. Вот эти вот modifiers. Так, Action Hit. Trip. И находим Action Clip. Так, здесь теперь поставим Repate 10. А верхнюю вот эту часть немножко уменьшим. Так, уменьшаем и теперь десятку опять раздвигаем, побольше делаем. Это вот количество вот этих всех этапов анимации. Они будут лететь теперь быстро и махать крыльями. Вот так вот. Немножко теперь это дело прибавим. А это уменьшим до 12. И немножко эту тоже еще уменьшим. Ну вот теперь они вроде и крыльями машут с анимацией. Находим таймлайн. Отпускаем. Выбираем нашу вот эту вот, как она называется, забываю. Force. И попробуем ее поводить. Вот мы уводим мух, и они летят за ней. Ну, в смысле, комаров. Вот можно над мусоркой, так над каким-нибудь сыром делать.
чтобы сделать теперь рендер, нужно вот эту сферу сделать так, чтобы при рендере она была невидимая. Заходим вот в эту функцию вверху, находим, значит, disable или disable in viewport. Ну и можно вот это вот поставить disable in render. Вот теперь появляются все вот эти штукенции. Находим нашу вот эту вот штуку, сферу, и отключим ей видимость при рендере. Вот так вот. Теперь получается, если мы все это дело включим, сейчас она прогонит, появятся эти гаврики или нет. Так, не хотят. А если отключим рендер вот эту камеру? Давайте проверим 0 на NumPad. Поставим теперь именно рендер вывод на рабочий стол или в папку, где у вас находится проект. Так, и поставим пока PNG. Что у нас тут со светом? Включим план, включим солнце. И подведем вот этих мух G поближе к персонажу. Вот так вот. Сделаем рендер image. Смотрим, что получится. Так, мух нету. Вот печально. Ну почему мух нету? Проверяем теперь так. Вот теперь у нас есть сфера и мухи. Но все не так, как надо. Итак, получается, когда мы отключаем видимость для рендера, вот сферы, то не видно вот этих даже гавриков летающих. Что можно сделать? Давайте посмотрим. Уводим G, вот эту сферу, куда-нибудь в бок подальше. Можно ее даже S уменьшить. Живчики останутся того же размера. И Object Apply. Значит, ставим опять же Animated Transform to детали. И вот теперь включаем. Эти живчики летят вот к этому персонажу. Вот к этой вот, как она опять же называется, забываю, Force. К этому Force. И вот теперь мы можем делать рендер. Сейчас мы их поближе подпустим. Вот так. Делаем рендер image. Ну вот увидите, что мухи на месте, вот эти комары. Теперь можно делать анимацию. Если вдруг нужно, чтобы вот эти вот комары преследовали персонажа постоянно. Есть такой вот мультфильм, где на собаке, по-моему, постоянно вот эти вот мухи летают. То можно вот эту сферу или там, ну, куб или что вы поставите, прикрепить внутри персонажа, допустим, как Бон. И все, персонаж, анимация будет играть, а мухи будут за ним следовать. Если он будет бежать, то вот за этой сферой будут двигаться и вот эти вот мухи вместе с ним. Вот что-то в таком духе.
Все, всем пока, до свидания.